Едем. Всем привет, меня зовут Роман Чижевский, и я режиссер фильма «Саша». Идея этого фильма мне пришла, когда я записывал свой альбом авторской гитарной музыки, который назывался «Звуковые картины». И когда я записал этот альбом, возникло ощущение, что отсутствует какая-то взаимосвязь между музыкальными композициями, между музыкальными треками. И пришла идея сделать кино. И кино должно быть объединено каким-то персонажем, вокруг которого объединятся все герои, которые были во всех музыкальных треках, потому что альбом назывался «Звуковые картины». И каждая композиция имеет свою смысловую нагрузку. И я пришел к своим друзьям, к Лене, к Артуру, и рассказал эту идею. И мы потом вместе придумали сюжет и сняли кино. Добрый день. По счастливому стечению обстоятельств я являюсь оператором этого фильма. Дело в том, что в далеком 2008 году ко мне обратились мои друзья с просьбой реализовать проект нашего общего знакомого Романа Чижевского. И он был реализован. В этом проекте я воплотил все свои фантазии, которые не мог воплотить, работая в новостях, снимая новости в тот момент. Я использовал всякие заваленные кадры, там фокусы-расфокусы, и наезды-отъезды, кстати, очень часто не используются в новостях. Все это вовсю было мною эксплуатировано. Так что посмотрите, что получилось. Прошу любить и жаловать. Если что, обращайтесь. Всем до свидания. Роман Чижевский, ты молодец все-таки. Как хорошо, что есть много творческих людей, которые в свою очередь дают работу другим творческим людям. Тогда всем становится хорошо и радостно. Так что снимайте кино, не занимайтесь фигней. Так держать. До свидания. Включила. Поехали. Есть рэк? Пошел рэк? Красная точка есть? Чего ты не отвечаешь? Есть. Вот. Что хочется сказать, что как бы, ну, гордиться особо нечем, но и прятать тоже не стоит. На самом деле работа выполнена на достаточно высоком уровне, невзирая на то, что ей 11 лет. Вот. И будет интересно мнение людей, да, то есть, что они себя там накрутят в своих головах. Они-то все равно увидят то, что они увидят, а не то, что мы хотели сказать. Ну, приятного просмотра. Недавно я стала изучать видеоарт и вдруг подумала, 12 лет назад мы же его сняли, фильм «Саша».